производится уборка территории? Везде ли стоят мусорные баки? И нет ли несанкционированных свалок? Сотрудники территориального управления Клязьма-Старбеева провели мониторинг территории на предмет надлежащего санитарного содержания. Особое внимание уделили мусорным площадкам. Так, например, на месте этой кучи мусора раньше стоял контейнер. Теперь его убрали, а жители по привычке приносят крупногабаритные отходы на то же место. В результате образуется несанкционированная свалка. Чтобы этого не допустить, как раз и проводятся такие проверки. У нас сотрудники территориального управления в ежедневном режиме производят объезд территории с целью выявления нарушений, которые допускают наши региональные операторы по вывозу мусора. Все нарушения, которые есть на территории, фиксируются, передаются службам для устранения. В ходе проверки также обращают внимание на состояние дорожных знаков и фиксируют ямы. Основная цель – следить за состоянием территории. На некоторые точки приходится приезжать регулярно. Если в старых Химках все более-менее находится в нормативном состоянии, то на территории микрорайона, в частной жилой застройке, нарушения периодически выявляются. В зоне ответственности этого территориального управления более 50 тысяч квадратных километров. Сегодня были осмотрены 10 площадок, на трех из них были выявлены недочеты. Теперь фотографии с зафиксированными нарушениями отправят в специальный чат. И в ближайшее время подрядная организация должна будет их исправить.